Привет! Сегодня у меня отчаянное настроение, и для начала я хочу показать тебе очень милую зарисовку обычным линером. Я люблю делать такие маленькие рисунки, и это довольно удобный инструмент для скетчинга, потому что быстрые наброски выглядят более законченно, чем выполненные карандашом. А теперь я хочу нарисовать масляной пастелью вот такой милый самовар. Набрасываю силуэт на формате А6, это достаточно маленький размер, но в последнее время он очень сильно мне нравится. И я почему-то получаю гораздо больше удовольствия, глядя на маленькую картинку, чем большую. Это относится именно к масляной пастели. Вообще, это хорошая идея попробовать порисовать на более маленьких форматах. Не обязательно мельтешить на А6, можно на А5, к примеру. Я думаю, что особенно для новичка, чтобы почувствовать материал, это хороший вариант, так как пока не знаешь, что ожидать. И на маленьком формате эксперименты не так обидны, если что-то не получается. Или наоборот, все получится благодаря размеру бумаги. Попробуй! А я вот влюбилась, это уже четвертый рисунок подряд. И я не перестаю впадать в умиление, когда вижу маленькие картинки. Боюсь, что так и буду рисовать, но главное делать, что вдохновляет. Вот такой малыш получился. А это пока все рисунки с форматом А6. На нем даже портрет понравилось рисовать. Немного арт-медитации. Сегодня захотела нарисовать еще одну будущую открытку. Купить акварель руки так и не дошли, поэтому пока без цвета. Рисую я всегда знаю, для кого это делаю. Это индивидуальный подход для каждого близкого человека. Поэтому открытки обычно все разные. Делаю сразу линером, не страхуюсь карандашным наброском, чтобы случайные несовершенства подчеркнули детское настроение работы.
Вот такая малышка получилась. И хочу показать тебе маленькие этюды маслом. Зимние картинки с прошлого года. Коровки. Лошадка. Море. Березки. Дорога. Беседка на клеверном лугу. Цветочки. Дерево. И еще одно. Домик в деревне. Я случайно уронила лицом на пол, когда дорисовала, так и осталось немного смазано. Родные поля. Речка. Домики возле реки. И мост. Вот такие сегодня работки. Спасибо за просмотр.